много лет по бульвару Сиреневой на ПВЗ вновь приятно гулять. С апреля по сентябрь на территории прошло масштабное обновление. Здесь уложили 2000 квадратных метров брусчатки, установили освещение, поставили скамейки и урны, а также отремонтировали фонтан. Я бы вот хотел сказать, что это получилось просто замечательное место. Я вот хотел бы обратить внимание вот на архитектуру вот этого здания Октябрьский 21. И здесь вот этот сквер, ну это просто украшение нашего города. Я бы хотел сказать слова благодарности с нашим жителям, которые приняли активное участие в голосовании. Это же вообще супер, мы даже не ждали. Какая чистота, какая архитектура, лавочки. Теперь мы здесь приходим с удовольствием и отдыхаем. Я вообще хочу оценить нашего Дмитрия Юрьевича. Вот я хочу выразить ему прямо огромную благодарность. Все было запущено, просто было запущено, захламленное. Ну а сейчас вот после такого благоустройства будете приходить? Конечно, да. Ждем в том году Радугу, сквер. Мне, правда, дымки выросли, но будем ходить обязательно. Важный этап реконструкции – озеленение. Специалисты обещают, что скоро бульвар будет соответствовать своему названию. Здесь высадили почти 200 кустов сирени и 11 кленов. Обязательно у нас по новой концепции мы их к зиме огородим деревянными конструкциями, потому что зимой они наиболее хрупкие, и весной посмотрим на приживаемость. Пока сохраним эти, потом посмотрим, где не хватает, досадим еще. На входе в сквер дополнительно установили еще два объекта. Это доска с фразой «Я тебя люблю» на 100 языках мира, а также сердце, куда молодожены будут вешать замки любви. Фишкой сквера стала и арка с акустическим эффектом. Благоустройство провели по нацпроекту «Жилье и городская среда». Оно обошлось в более чем 28 миллионов рублей. Алина Котова, Александр Семенов, телекомпания АТВ.